И всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт на сервере Минипикс. Давайте начнем. Только подождите пару секунд. Так, ну все, мы вернулись. Ну, давайте начнем. Так, в общем, объясню, что это за сервер, как на нем играть. В общем, компас это гейм. Ой, меня кто-то. Как? Вы... Смотрите. Ладно, я... Давайте объяснять буду. Видите, меня кто-то ворует. В общем, гейм-меню, ну понятно, что это компас. Выбирать, какие тут игры. Я сейчас объясню, какие тут есть игры. Супер Смэч Мобс это... В общем, в сокращении вы выбираете расу, точнее монстра, с которого вы будете играть, и просто убиваете других игроков, которые тоже играют за монстров. Это аркада, тут очень много мини-игр. Например, убегать от дракона, потом искать трюфели, потом паркура много. Ну, в общем, очень интересно. Ну, как обычно, голодные игры. Если честно, не знаю. Это блок хант, это прятки, гонки и чемпионы. Ну, я не знаю, что это значит. Так, давайте поиграем в голодные игры. Так, и как раз я объясню, как выглядит лобби. В общем, вы появляетесь. У вас, если вы хотите выйти, у вас даются часы. Return Hub. В общем, вот здесь вот написано, например, блин. Вентинг, вот, идет, короче, время уже. Сейчас, если никто не уйдет с сервера, то мы начнем играть. Так, ну и у всех привычка прыгать. Ну, смотрите, сейчас будут прыгать, как и станет. Да, говорю, все будут прыгать. Так, ну давайте останется. О, черт, вот видите, вышел человек и зашел. Теперь опять. Теперь ожидаем игроков. Так, ну это можете не выбирать, это особого значения не дает. Ну, я не знаю, если честно, я плохо знаю, что это. Значит, так, 8. Отчет, кстати, справа тоже есть. Тут пишет, что тут, кто кем будет и так далее. Опять, как видите, вышел игрок. Да, это достает. Ну, вы можете просто это по звукам услышать, да и все. Не обязательно так просто бегать, ждать там. Ну и один минус, что если вы плохо знаете английский язык, вам на этом сервере, можно сказать, делать нечего. Простите, сейчас как раз игра начнется. Да, вот она началась. Давайте запустим ее. Ай! Ай-яй-яй, я ничего не успел взять. Ладно, лучше сразу тогда убегать, если ничего не успели взять. Советую на этой карте убегать в самую даль, в самую глубь леса, потому что там самые такие сочные ресурсы. Вначале вдобавок вас сразу могут убить. Кстати, лучше нажимать на F5 и смотреть, кто за вами бежит. Ай. Нифига меня ударили. Это он с чем? О, мы с ним на деревянных топорах. Но он меня убьет, потому что у него броня. Так, ну в общем. Ну все равно я делаю обзор на этот сервер. В общем, если вы хотите понаблюдать за игроками, просто нажимайте на компас, чтобы перемещаться и смотреть, где они. Сейчас мы найдем того засранца, который нас убил. Черт, что-то нам один только показывается. Ну выйти... Как я вам говорил, на часы. Так. Так, ну вы опять попадаете в то же самое место. Так. Ну вот. Например, давайте включим в прятки поиграем. Я вам покажу как раз, как это работает. Так, и давайте, чтобы вам долго не ждать, давайте я включу, когда начнется игра. Так. Ну и вот, как я и обещал, все, мы начали. Так, я блок тортика. Давайте превратимся в свинью. Хотя нет, свинью тяжелее играть. Давайте. Давайте превратимся. Блин, а в какой-нибудь блок, который не палится. А блоки, которые не палятся.
Лучше всего стоят наверху. Ой-ой-ой, меня заметили. Ну-ка, я могу притвориться цветочком? Ладно, я арбуз. Так, тихо. Так, ладно. Мы тут прячемся. Стоп, а что такое? Так, ладно. Так, будем вот отсюда стрелять, наверное. Так, осталось 6 людей, которые прячутся, и 6 тех, кто ищет. Так, тихо, надо, главное, не палиться. Ага. Видите, они передо мной проходят и меня не видят. Да, мы его коснулись. Нет, я помог убить, походу. Или он убил его. Ладно, без разницы. Нам главное хотя бы выжить. Тут, в общем, вроде... Да. Ничего такого и нет сложного. Только главное... Видите, что? От нас почему-то... Пушки какие-то идут. Так, ладно. Сейчас самое страшное — это идти. Потому что если нас сзади кто-то заметил, мы попали. Так, но здесь нас не должны найти. Вот, стой. Ну, я здесь стою же. Так, осталось нас трое. Меня будет найти тяжело, я уверен. Да что ж это такое-то? Не пали меня, не пали. Я уже впалился, ребят. А нет. Тихо. Ни звука. Ни звука. Так, меня вроде заметили. Не понял, что это такое. А, типа, наверное, что возле этих блоков. А если я здесь буду стоять? Вот. Нет, все равно я палюсь. Так, они нас найти так и не могут. Осталось где-то 2 минуты. Давайте этим лохам поможем. Так. Так, он идет сюда. Вроде бы. А меня кто-то толкает все время. Так, это я так это геймс заработаю. Так, осталась 1 минута. Если мы сейчас не будем шевелиться, мы спасемся. О,
Он в текстурах застрял. Так, ладно, без разницы. Осталось 58. Так, короче, сейчас осталась минутка. На этой карте либо животным, ну хотя животных начали уже все искать, либо ну, каких-нибудь растений. Так, тихо. Меня заметили. Блин, мне задолбало. Что такое-то? Осталось 30 секунд мне пропалиться. 20. И сейчас я в самом конце лоханусь как-нибудь. Так, нас двое где-то прячется. Пойди еще в одном месте. Так, 10. 9. 8. 7. 6. 4, 3, 2, 1. Лохи! Лохи, 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 лохи. Уху! Так, мне сколько дали? Так, ладно. Ладно, я рассказала вам об этом. Давайте перейдем на следующее. Следующее у нас идет... блин, лагает. Аркада, давайте в одну какую-нибудь сыграем, какая попадется. Потому что обо всех это очень долго рассказывать. Так! Так. Уху! Так, 20. В общем, сейчас, как мы только начнем... Мы одну мини-игру пройдем, потому что я хочу делать обзоры на многие серверы Майнкрафта. В следующий раз мы поиграем уже на другом сервере. Но здесь, вот на этом и на следующем сервере можно много знаменитостей найти. Кстати, вот сейчас я играю в игру, мне она очень нравится. Только я в нее проигрываю иногда, потому что мне кое-что мешает тут. Вот, блин, вот, сейчас покажу. О. Сейчас, наверх. Да, мы его убили. Ну, я ни разу, наверное... Нет, я один раз занимал первое место в этой игре. Ну, в мини-игре, в смысле. Здесь-то я в прятках много раз занимал. Вот мы сейчас вдвоем спрятались, мы вроде бы уже выиграли. Так, я... Кстати, вот справа это пишет что-то 20 убийств. Что тут еще? Ну и что... Блин, да. Сколько у меня уже? У меня еще мало. Да. Ну, мне больше это нравится. Так. Там еще всякие... Свиньями играешь, трюфеля ищешь, типа. Ну, фигня очень. Для меня это фигня. Так, ну тут еще и есть кто вместе играет. Я-то один. Ну, мы играли с другом. Так, сколько у меня уже? Походу, у меня немного. Так, у меня... Ну, ладно, без разницы мне. Я его найти не могу никак. Так, я какое место? Ну, я даже третье место не занял. Так, ну ладно. Все. Так, об мини-играх. О мини-играх я вам рассказал. Ну, там очень большой список. Если вам интересно, все равно IP будет в описании. Так, еще тут есть пэт-меню. Вы можете за 3000 игр купить себе, например, свинью. И неймтег, ну, если у вас есть животное, вы просто его называете. Так, тут еще есть инвентарь. Так, я не помню, что это. Это я вообще не помню. В общем, не помню, честно не помню. Так, это я, честно говоря, не знаю, что это такое.
И это тоже не знаю. Ладно, давайте покажу еще две игры. Так, я не буду чемпионы включать игру, потому что, ой, зря. Так, а это эти, это кажется... Как же называется, я забыл. Ну, короче, на развитие, не, я в такие не играю. Я, конечно, люблю на развитие игры, но они мне не очень нравятся. Давайте сразу на другой сервер. Давайте тогда в гонки поиграем. Ну, я просто объясню управление. Так, ну тут, в общем, все, да. Вы подходите к деревенскому жителю, выбираете, вот, на ком вы будете ездить. Например, в моем случае я возьму тогда уж, где же у меня, шип. Я немного болею. Вот, берем ее. Вот, в общем, и как только начнется игра, так, а тут я не помню, где отчет. Вроде он тут просто идет. Так, или нет. Так, ну, в общем, вот на ком вы можете ездить. Вначале для вас доступны раз, два, три. Так, стоп. Контроль, ну, это я потом расскажу вам об управлении. А чё я не могу выйти? Так, ну, в общем... Нет, не надо. В общем, так, сейчас уберем это всё. Вначале вам... Так. Но они-то выйти могут, а я почему-то не могу. Капец. Так, ладно. Так, и чемпионы, давайте я не буду вам рассказывать про них. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи!